мы расследуем случаи исчезновения людей. Как новые, так и те, что произошли несколько лет назад. Ситуация удручающая. Я перевелась из оперативно-розыскного отдела. Рад знакомству. Мы изучали ваши дела в академии. Еще помнят обо мне? Да, вы живая легенда. Я не могу все время прикрывать тебя, несмотря на твои заслуги. Что думаешь? Похоже, он убивает только в снегопад. Но зачем оставлять снеговика? Лепит снеговиков, режет вещи на мелкие кусочки. Так иногда поступают дети, самоутверждаясь. Плохие новости. Еще одно исчезновение. Нам звонили из оперативно-розыскного отдела. Кого ищут? Сильвию Оттерсон. Но я Сильвия Оттерсон. Кто и зачем объявил вас пропавшей? Он сначала заявил о ее исчезновении, а затем убил. Пресса не должна ничего узнать. Самоубийство. Вопрос закрыт. Уверены, что он действовал в одиночку? Где Катрин? Пришло по почте. У него личные счеты. Он все время следил за нами. Для него это игра. Мог бы их спасти. Я же оставил тебе столько подсказок. Снеговик.